Свое столетие отметила ветеран Великой Отечественной войны Антонина Кирилловна Серова. Поздравить женщину с вековым юбилеем пришли родные и близкие. Также праздник посетили депутаты Законодательного собрания края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко, глава района Андрей Дорошевский, представители Совета ветеранов и другие. В честь юбилярши в Черноморском доме культуры прошел праздничный концерт. Ну и какой день рождения без подарков? Цветов на празднике было по-настоящему много. На вопрос о секрете долголетия Антонина Кирилловна отвечает просто – его нет. Самое главное – жить честно и трудиться на благо своей страны. Живу и живу. Сколько родственников есть, никого нету. Пережила всех. И дедушек, и бабушек, и все. И работала, и детей растила. Ничего вроде как особенного не было, а вот дожила. Антонина Серова попала на фронт в 1942 году и работала военной медсестрой до самой победы. За отвагу и самоотверженный труд удостоена медалей и орденов.